прежде чем встретить Леонида Осчеутесова в студии, мы попросили разрешения побыть в его кабинете. И как много сказал нам этот дом, где каждая вещь – рассказ о хозяине, его творчестве, жизни, вкусах, о вкусах. Этюды картины Константина Коровина. Фотографии самых дорогих сердцу людей. На этой давней Леонид Утесов, Дмитрий Шостакович, Исаак Дунаевский. Карандашный портрет замечательного русского композитора Александра Константиновича Глазунова. Портрет, висящий на очень почетном месте в кабинете Утесова. Группа друзей и коллег, артистов петербургских театров. Афиша. Красноречивый рассказ о поисках артиста и его возможностях. Здесь Утесов – певец, драматический актер, чтец, эксцентрик и гимнаст, артист цирка, руководитель хора. Целый мир молодого артиста, молодого Утесова, выбиравшего в ту пору свой путь. Горка с памятными подарками от многочисленных учреждений, от многочисленнейших поклонников его искусства со всех краев Советского Союза. И каждая из этих вещей ценна певцу не сама по себе, а любовью в ней выраженной. Небольшая коллекция живописи. Масло, акварель, карандаш. Фотографии Василия Ивановича Качалова, которому искренне поклонялся Утесов. Рядом Михаил Зощенко, написавший дорогому Леониду Осиповичу с дружбой и почитанием. Михаил Зощенко. Аркадий Аверченко, назвавший Утесова талантливейшим. Фотография Арама Ильича Хачатуряна, не правда ли? Нет. Это Утесов в гриме Хачатуряна, но надпись, сделанная рукою Арама Ильича. Дорогому Леониду Осиповичу, вы сделали эпоху в советском искусстве. Спасибо вам за дружбу. 19 декабря 1967 года. А это портрет замечательного петербургского актера Давыдова. Портрет работы Локтионова, маленький бронзовый бюст Вольтера и вновь Александр Глазунов. Портрет, открывший нам очень важную сторону жизни Утесова, его вкуса многим неизвестного. Уважаемые телезрители, я очень рада представить вам Леонида Яковлевича Кауфмана, замечательного пианиста, давнего творческого друга Леонида Осчеутесова. Сколько лет, Леонид Яковлевич, вы работали вместе? Очень давно мы работали вместе, больше 30 лет. Это вся моя творческая жизнь. Всю жизнь вместе, да. Всю жизнь вы друзья и всю жизнь вы музыкальные соратники. Да. Спасибо вам за это. Я очень рада, что сегодня вы примете участие в нашей передаче. Очень приятно. Спасибо вам. Здравствуйте, Леонид Ольга Ильич. Ивановна, дорогая моя, здравствуйте. Мы вас ждем всегда. Ах, как мне радостно снова встретиться с вами. Вот слышу, сердце тебе не хочется покоя. Вот не хочется моему сердцу покоя. Что мне с ним делать? А вижу вас, оно очень не хочет покоя. Спасибо вам за вашу шутку, за ваши добрые слова. Вот, Ленечка, здравствуй, мой друг. Здравствуйте, Леонид. Здравствуй, дружочек. Ты знаешь, почему я просил тебя сегодня позвать? Почему? Ты понимаешь, сейчас очень модно, когда люди поют под запись. И знают люди, что это сделано заранее, он открывает рот, понимаешь. А я позвал тебя, пусть люди знают, что я еще пою.
Несмотря на то, что мне уже без 13 100 лет, а я еще пою. Конечно. И сердцу моему не хочется покоя, и горлу моему не хочется покоя. Не говорите о вашем возрасте. Вам все равно не поверят те, кто будут вас сегодня слушать. Серьезно? Я выгляжу моложе. И выглядите, и поете. И главное, ваше искусство молодое. Ольга Ивановна, милая, давайте мы с вами посидим, поговорим. Так по-дружески, просто, обо всем. Ваш сегодня приход в нашу студию – это желание сотен и сотен наших телезрителей, которые видели прошлую вашу программу, все ваши программы, которые вы делали на телевидении, которые очень чтут ваше искусство и жаждут каждый раз вас видеть и слышать. Ну вот спасибо. Спасибо вам за эту встречу. Пойдемте посидим, поговорим, подумаем. Леонид Ильич, я думаю, что вы согласитесь, что никакую беседу нельзя начать с вами, не начав ее с песни. И вот какую бы песню, которая вам, может быть, очень дорога, вы хотели бы сейчас спеть? Вы знаете, Ольга Ивановна, я спел такое огромное количество песен. Если я вам скажу цифру, вы удивитесь, 760. Записанных было. Так это значит, еще не все спетые. Спето еще больше. Спето больше, записанных. Среди них были такие, которые меня увлекали, которые я очень любил, которые я пел, восторгаясь песней, не собой, конечно. Я никогда не восторгаюсь собой. Я всегда собой недоволен. Но песня меня волновала. И надо вам сказать, что меня, как правило, вошли, я бы сказал бы, что это в моей жизни какое-то правило. Меня больше всего волнуют песни, где есть судьба человека. Особенно, если эта песня касается моря. Вот если в песне есть море, это волнует меня невероятно. Но есть у меня песня, вот если так говорить, что вот есть в Кремле царь-колокол, есть царь-пушка. А вы меня спросите, а есть царь-песня? Я скажу, есть. Какая ли? Для меня есть царь-песня. Это песня «Заветный камень». Вот она волновала меня и во время войны, и кончилась война. И всегда эта песня меня волнует. Да. Если я хочу что-нибудь спеть, мне хочется себя выявить, себя продемонстрировать внутренне, я всегда выберу «Заветный камень». Это моя любимая песня. Начните. И надо вам сказать, очень смешная подробность одна. Как-то один смешной очень человек сказал, слушая всегда меня, что я пою морские песни, знаете, как он меня назвал? Айвазовский советской песни. Это было очень смешно. Я не претендую на качество мастерства Айвазовского, но только потому, что я пою морские песни, он назвал меня Айвазовский советской песней. Я был очень доволен. Но, во всяком случае, моряки все считают ваш своим певцом. И моряки меня считают своим. И я их считаю своими. Потому что я родился у моря, рос у моря, обожаю море. Вот это моя любимая песня сейчас. Хотите, я ее спою? Я очень рада. «Заветный камень». Ленечка. «Заветный камень». Холодные волны вздымает лавиной широкое черное море. Последний моряк Севастополь покинул, уходит он с волнами споря. И грозный соленый бушующий вал, а шлюпку волну за волной разбивал. В туманной дали не видно земли, ушли далеко корабли. Замечательно, Леонид Ильич. Я думаю, что это не только одна из лучших песен Бориса Макроусова, но и одна из лучших песен в советской С моей точки зрения, одна из лучших песен всего периода войны. Да, да.
И вот как часто бывает такая так, что... трогательная, да, какая-то, да, такая волнующая, я не знаю. И вот я часто... сейчас пою, да, и с трудом сдерживаю слезы. Да. С трудом сдерживаю. Ну что ж, это можно понять, это высокое искусство. Как часто мы относим, вернее, не мы, а как-то так сложилось, подчас относим песенный жанр весь к сфере какой-то некой легкой музыки. Ну, что-то есть, как будто музыка серьезная и легкая, вот это деление такое странное. Вот эту песню можно ли отнести ее к сфере легкой музыки? Легкая музыка. Значит, должна быть и тяжелая музыка. Значит, тяжелая музыка – это тяжелый мешок, наполненный свинцом или железом, который вы несете. А легкая музыка – это какая? Вы несете букет цветов. Вам легко. Или пустой мешок. Или пустой мешок. Или пустой мешок. Что значит легкая музыка или тяжелая или серьезная музыка? Может быть, хорошая музыка и плохая музыка. Самый великий композитор может написать вальс, может написать песню. Вот, Леонид Ильич, я хочу вас спросить. Ведь между серьезными жанрами музыкальными и жанрами эстрадной музыки существует, особенно в последнее время, увеличивающийся разрыв, некий такой овраг, пропасть, через которую практически очень мало мостиков перекинуто. И самое интересное, что публика, вот наши телезрители, которые пишут нам, тоже делятся на два каких-то странных, очень обособленных лагеря. В основном любители серьезной музыки и любители эстрадной музыки. Совершенно верно. Вы всю свою жизнь отдали песне. И вот мы были в вашем доме. Ваш дом и ваша жизнь, ваши творческие, ваши духовные связи, доказательства совсем противоположного. Ведь вся ваша жизнь соединена с искусством в целом. И с академическим искусством тоже. У вас висит портрет Глазунова, у вас висит рисунок Шаляпина. Вы эту музыку знаете, ощущаете, прекрасно понимаете. Если вы меня спросите, какую музыку я люблю? Да, вот я и хотела вас. Я спросить. Люблю всякую хорошую. Понятно. Но особенно я люблю, как это ни странно, серьезную музыку, симфоническую. И ведь она, наверное, вам помогала в вашей песне? Она мне помогает всегда. Я с самого раннего детства обожал симфоническую музыку или квартет. Вот я посвятил себя легкой музыке, так по терминологии, да, существующей. Да, да. А я люблю серьезную музыку. Я всю жизнь жалею, почему я не симфонический дирижер. Я смотрю, как симфонический дирижер дирижирует оркестром, завидую ему безмерно. Я независтливый человек. Это единственная профессия, которой я завидую. Скажите, Леонид Ильич, я композитор, вот, который через всю вашу жизнь прошел, композитор, написавший и писавший именно в серьезную музыку, кто? Высокую струк. Кто? Кто, вот, может быть, самое вами почитаемое имя? Хотите знать? Да. Самый мной любимый композитор. Да, Леонид Ильич. Бах. Понимаете, когда я слушаю Баха, я не хожу по земле. Я взлетаю. Мне кажется, что я лечу. Вам когда-нибудь снился сон, что вы летаете? Да, да, в детстве очень часто. Между прочим, это многим людям снятся сны, что они летают. Так вот, когда я слушаю Баха, мне кажется, что я летаю. Это меня волнует это страшно. Меня это возвышает. Мне это дает какой-то импульс к жизни. Мне хочется и жить, и творить, и летать, и любить, и делать людям добро. Когда я слушаю Баха, я хочу быть добрым. Я вообще не могу быть недобрым. Но когда я слушаю Баха, я особенно добрый человек. Я обожаю Баха. Thank you.
знаете, у меня был один очень интересный случай. В моей первой программе, это было 53 года тому назад приблизительно, шел номер такой, «Золотой петушок». Фантазия на тему Римского-Корсакова. На тему Римского-Корсакова. Там он начинался с этого знаменитого сигнала. Та-да-да-та-та, ди-та-да-та-да-ди-та. А потом шла ария «Шамаханской царицы». И вот это было в Ленинграде в начале 30-х годов. По-моему, это 30-й год был. Приехал в Ленинград на гастроли такой знаменитый дирижер Альберт Коутс. Да, вы, наверное, слышали. Дирижер. Он оперный, вообще родился в России, вырос в России. Потом он уехал, он англичанин. Уехал великолепный дирижер, он дирижировал в Мариинском театре. И в Большом дирижировал. И в Большом дирижировал. Это очень крупный дирижер. И вот однажды, перед тем, как я выходил на сцену, кто-то прибежал, сказал мне: «Слушай, ты знаешь, кто в публике сидит?» Я говорю: «Кто?» «Коутс». Я начал страшно волноваться. Коутс сидит в первом ряду в публике, и я дирижирую джазом. И идет у меня вот ария «Шамаханской царицы» из «Золотого петушка». Волновался я предельно. И вот я сыграл «Шамаханскую царицу». Это был последний номер программы. Закрылся занавес, я кланялся, а оркестранты уже были за занавесом. И я увидел, как Коутс поднялся из первого ряда и так пошел к входу за кулисы. Я думал, почему он пошел за кулисы? Он пошел туда, пошел за кулисы, и когда я уже пришел туда, я увидел, что он стоит среди моих музыкантов. Он по-русски говорит, как мы с вами, великолепно, он воспитывался в России, вырос, говорит по-русски. И вдруг он говорит моим музыкантам: «Не уходите, оставайтесь». И мне говорит: «Я вас прошу, скажите оркестру, чтобы он не расходился». Я говорю: «Зачем? Публика уйдет, я хочу, чтобы оркестр сел на сцену, и вы продирижировали «Золотой петушок», а я стану не с той стороны, где публика, а там, где сидят музыканты. Я хочу посмотреть ваши глаза и ваши руки, когда вы дирижируете». Я сказал: «Ну, ребята, все, оставайтесь». Публика разошлась, я посадил оркестр, Коутс стал там. Я продирижировал «Шамаханскую царицу», эту самую. И потом я увидел, что он стоит с моими музыкантами, а там были музыканты, которые при нем играли в Мариинском театре, потом у меня в оркестре. И когда я подошел, он сказал такую фразу: «Если бы у меня были глаза и руки этого человека, я был бы первый дирижер в мире. Если бы он знал то, что я знаю, он был бы первым дирижером в мире». И я тогда убедился, что вот эта моя фантазия быть симфоническим дирижером, неосуществленная мечта моя, она меня еще больше огорчила. Я еще тогда стал больше огорчаться. Почему я не симфонический дирижер? Наверное, эта фраза замечательно и помогла вам во многом. Она мне помогла, понимаете, но все-таки это не симфония. Я не различаю легкую и тяжелую. Да. Я различаю хорошую и плохую. Но моя душевная, мой душевный порыв, он находится в сфере симфонической музыки. Еще я люблю квартет очень, очень люблю квартет. А помните ли вы какую-то критику, допустим, которая вам помогла? Вообще в течение вашей жизни, я не беру джаз, я знаю, мы и наши телезрители знают, как трудно становился этот жанр, сколько вы пережили всевозможных испытаний. А вы знаете что? Да. Хотите, я вам прочитаю одно стихотворение того периода? Конечно, Леонид. Мое стихотворение. Конечно, пожалуйста. Леса, луга, долины и поляны, и через это все мой поезд мчится. Гостиницы, вокзалы, рестораны. И не пора ли мне уже остановиться? И не пора ли мне сказать себе: «Довольно, я слишком много по дорогам мчался,
с людской несправедливостью встречался, и было мне обидно, горько, больно. Под куполом родного небосвода я песни пел. Пел с сердцем и с желанием. Так почему ж любовь ко мне народа считается в культуре отставанием? Что для глупца горячий сердце пламень? Во мне он видит только тему спора. И надоело мне всю жизнь держать экзамен на звание высокое актера. Вот из этого стихотворения вы можете понять мои переживания того периода. Конечно. Когда я чувствовал себя артистом, когда я творил какое-то артистическое дело, когда я чувствовал, что это нравится некоторым людям. А некоторым это так не нравилось, что они считали, что вообще я не артист, что я делаю ненужное дело, что я отворачиваю людей от настоящей воспитательной работы. А мне казалось, что я воспитываю людей. Мне казалось, что мои песни говорят людям о добре, говорят людям о любви, конечно же, говорят людям о том, что нужно быть хорошим, а не плохим. И поныне ведь так. Вот. И скажите, Леонид Ильич, вот ваши песни ведь почти все, наверное, даже все, я не ошибусь, если скажу так, имели необычайную популярность. Все их распевали, все их пели, но, наверное, в вашем репертуаре были песни, которые вы считали более достойными и менее достойными. Вот секрет того, как хорошая песня может стать популярной, а может и не стать ею. Известен вам этот секрет? Известен. Вот «Леся песня», она из кинофильма. Это песня Пушкова, да? Пушкова, «Семеро смелых». Угу. Очаровательная песня. Может быть, вы и напоете? Но сказать, что ее все пели, нет. Нет. Я могу ее спеть. На просторе не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. На берег невидимый бьется сердце корабля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Ветер, буря, ураганы, ты не страшен океан. Молодые капитаны поведут наш караван. Молодые капитаны поведут наш караван. Песня на просторе, здравствуй, милая жена. Штурмовай далеко море посылала нас страна. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Замечательная песня. Чудная песня, правда. И непонятно, почему она не имела вот такого успеха. Она не имела успеха. Ее знали, знали. Но чтобы дома сидели люди, значит, ужинали и говорили, давайте споем. Льется песня. Нет. Пели, что могут петь? Ну, взять на тещу капусту возил. Ну, а вот из ваших песен. А вот из ваших песен. Или у самовара я и моя мать. Вот у самовара я и моя мать. Ну, напомните ее, пожалуйста. Пожалуйста. У самовара и я, и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так и пестрость наша, смеется месяц весело в окно. Маша чай не наливает, и зорь ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра. Это очень смешно. Вот удивителен этот секрет, удивителен. Вот мне казалось, что, ну вот действительно, разве можно сравнить по своим художественным достоинствам эти две песни? Ну, невозможно. Та песня — это настоящая, настоящая, благородная, без тени пошлости, без тени какого-то такого низкого бытовизма. Да. Удивительно. А эта песня такая. Ну, вот, и тем не менее. На всех.
На все вкусы. Да. Леонид Ильич, а вот определение для вас главного качества музыкального произведения, будь то симфония, или опера, или песня, или какое-то танцевальное произведение, вот по какому свойству вы определяете прежде всего ценность этого сочинения? Ценность я определяю. Видите ли, я считаю так. Я ценю музыку, мелодию и гармонию. Причем, как ни странно, вы знаете, пусть меня ругают новаторы, новые гармонические сочетания сегодняшние меня раздражают. Вот или я не дорос до этого. Я иногда слушаю, мне говорят, что это великолепная музыка. Тогда я говорю, значит, я не музыкальный человек. Абстрактная живопись. Да. Разве не то же самое? Разве вы не подходите на выставке к картине, на которой ничего не нарисовано? Черное поле и желтое пятно. И стоят какие-то люди, говорят, грандиозно. Вы смотрите, какая перспектива. Ведь это же удивительно. А вы говорите, слушайте, какая перспектива? Тут же ничего нет. Ну, вам отвечают, раз вы не понимаете, помалкивайте. Ваши внуки поймут. Конечно. И все определяет мелодия, как вы сказали. То есть содержание, глубина, музыкальная мысль. А это и есть мелодия. А когда нет никакой мысли, когда человек хочет меня просто удивить, просто поразить меня, сделать что-нибудь такое, чтобы я сказал, что я этого не понимаю, и он на этом играет, что значит, я отсталый. Он передовой, а я отсталый. И он меня хочет убедить. Это же страшная вещь. Да. Так, Леонид Ильич, можно спросить у вас, есть ли произведение, которое особенно для вас дорого вот своей мыслью, то есть своей мелодией? Есть ли свои мелодии? Есть ли мелодия, которую вы особенно любите, и когда думаете об этом, об этой сфере музыки, вспоминаете всегда именно эту мелодию? Как пример выразительности, красоты или глубины? Есть. Вот интересно. Во всей музыкальной литературе, всемирной музыкальной литературе, есть несколько тактов, которые меня буквально всегда волнуют. И это не Бах, как ни странно, это Чайковский. Правда? А что именно? Какая? У него столько мелодий, такое богатство. Какая же вас волнует? Я вам скажу. Ромео и Джульетта. Тема. Я не могу ее равнодушно слушать. Какая тема? Я сам. Тема любви. Тема любви. Thank you.
я считаю, что в мировой музыке нету такой темы любви. Леонид Ильич, а вот если бы вам пришлось, допустим, завтра или послезавтра, или через месяц спеть концерт, который был бы для вас очень важным, и вы имели бы возможность заказать для этого концерта песню или написать ее сами, на какую бы тему эта песня была написана? Какую тему, допустим, в песенном жанре вы бы сейчас считали важной, главной? Может быть, одной? С моей точки зрения? Да. Тему о мире. Тему о мире. О взаимоотношениях людей. Независимо от их социальных, там, понимаете, убеждений, и, да, государственных, социальных перегородок. Тема мира. Да, это, пожалуй, главная тема сейчас. Тема, что убивать не жизни. Надо. Жизни, главное. Надо жить. Да. И надо, чтобы все жили. Значит, эта тема дорога вам. Эта тема мне дорога. А скажите, а песни были у вас какие-то? Была. Я вот сейчас не могу давно вспомнить. Была у меня давно. Песня на эту тему с композитором Саульским. Вы помните ее? Я помню, да. Может быть, мы напомним и нашим телезрителям, и мне, потому что я не помню ее, к сожалению. Мне Леню даже спрашивать странно, помнит ли он что-нибудь. Он все помнит. Лёня, ты помнишь Саульского песню? Попробуй, давай. На висках моих седина, часть 20-го столетия я прожил. Все война, война, для чего нам она? Все война, война, скажите мне, что же? Люди, долго ль это будет лисота? И висеть над миром вечно будет страх. За родных, за друзей, за отцов, за жен, сестер и матерей, за детей, всех людей, за подруг, что сердцу всем милей. Я хочу, чтобы все города освещались бы вечерними огнями, был покой в ночи, чтобы солнце лучи, мирный труд на земле всегда освещали, чтоб, собравшись вместе, люди разных стран поднимали бы во здравие свой стакан. За родных, за друзей, за отцов, за жен, сестер и матерей, за детей, всех людей, за подруг, что сердцу все милей. Прекрасная песня. Саульский давно ее написал? Давно, очень давно. А очень кто? Давно. Леонид Ильич, а кто автор текста? Я. Ах, это ваша песня. Стихи, да. Ваша песня. Это мои стихи на музыку Саульского. Я же знаю, как много поэзия занимает вашего внимания, вашего да. времени и вашего таланта. Да. Это ведь пишу огромная стишки. Сфера. Стишки, как вы непочтительно сказали. Вот я, например, иногда сочиняю музыку. Но я никогда не говорю, это моя музыка.
Я не говорю «моя музыка». Я сочинил музыку. Я считаю, что это не такого высокого качества музыка. Это песня. И я никогда не говорю, что «моя музыка». Слишком велики ваши требования к песне, музыке. Мои требования к музыке велики. Я никогда не говорю. Иногда на пластинках вы можете найти музыка Утёсова. Или даже стихи музыка Утёсова. И такие бывают вещи. Я этим не горжусь. Леонид Ильич, но все-таки вот хотелось бы какую-то вот песню сегодня вашу услышать, музыку вами я написанную. Я вам могу спеть одну песню с очень интересной историей. Я раньше ее спою, а потом я вам расскажу историю. Леонид, помнишь? Давай, дорогой. Спустилась ночь над бурным черным морем, и за кормой бежит за валом вал с бывалым старым моряком в дозоре. Матрос на вахте молодой стоял. Скажи мне правду, ведь служил ты, дядя, на корабле, что воевал с царем. Служил, сынок, скажи же, ради Бога, как красный флаг вы подняли на нем. А было так, в тот день команде дали опять гнилое мясо на обед. Матросы эту падаль есть не стали, а кок сказал, другого мяса нет. Матросы все построились, сказали, что командира требует народ. В безмолвии тревожном мы стояли, один матрос выступил вперед. Но в тишине тревожной, напряженной, вдруг выстрел одинокой прозвучал, и в сердце насмерть ранен, пораженный, он, заливаясь кровью, упал. Матросы вмиг убийцу раскачали, и смерть нашел в пучине подлый враг. И на могучем корабле подняли к восстанию зовущий красный флаг. Покойника одели в саван белый, на волнорез товарища снесли, и шел народ проститься с мертвым телом, и каждый поклонился до земли. А он лежал шинелькою покрытый, белела надпись на груди его, что был народ, как тот матрос убитый, один за всех и все за одного. Что был народ, как тот матрос убитый, один за всех и все за одного. Она мне представляется как бы преемница, эта песня «Раскинулось море широко». Да. Так вот, самая смешная история. Когда я написал эту песню, музыку сочинила, Илюша Фраткин сочинил стихи, я подумал, как мне сделать, чтобы эту песню оформили, чтобы приняли, сказали, что можно исполнять. Я пошел к одному из начальников, который принимал репертуар, и сказал, слушайте, Передон Степанович, вот я получил песню от какого-то матроса. Вот слова и одна строчка музыки, только голос, без аккомпанемента. Но мне кажется, очень хорошее. А восстание на броненосце Потемкин. Он мне сказал, о, это уже интересно, а вы можете ее спеть? Я сказал, пожалуйста.
Я взял стул, сел, он сидел, я сел против него. И начал. Спустилась ночь над бурным черным морем. Спел эту песню без аккомпанемента, но с настроением. Все. И когда я закончил, я видел, что у него даже глаза увлажнились. Он так посмотрел на меня и сказал мне: «Ну, скажите мне, Леонид Осипович, почему народ может писать такие песни, а композиторы и поэты не могут? Почему?» Я сказал: «Не знаю, почему». И эта песня в сборниках песенных числится как народная. И поныне ведь так. Поныне. Да, на пластинках только указано, на что пластинках это ваше. Указано. Да. Это замечательно. Но надо сказать, что в этих словах был элемент пророчества. Песня действительно ведь стала народной. Ведь да. Действительно стала народной. Да. Все ее пели, я и часто все получаю ее письма. Вот, напишите нам стихи, песни «Спустилась ночь над бурным черным морем». Небось, и авторы находились у этой песни, у этой музыки. Авторы находятся до сих пор. Раскинулось море широко, я получаю письма от авторов. Уже от 20-го. Один, я пел ее в 1905 году, мне 10 лет было. Когда я пел, раскинулось море широко уже под гитару. В детстве. В детстве. А сейчас уже во время войны, в 1944 году, я получил письмо от одного парня, который пишет, что он сочинил эту песню при переходе из Керчи в Новороссийск. Его товарищ погиб, он написал. Это ведь свидетельство тому, что он, песня... Через 40 лет он написал эту песню. Но это свидетельство тому, что песня так вошла в быт, в жизнь, в душу, что она кажется многим уже совершенно да, своей. Да, наверное, «Спустилась ночь» тоже найдутся люди, которые скажут: «Я же ее мальчиком слышал». Наверняка, что? Наверное, конечно. Вот в вашем кабинете, где вы и так много работаете, проводите много часов за вашими книгами, стихотворениями. Там висит портрет, на который я как-то особенно обратила внимание. Это портрет Глазунова. Портрет Глазунова, но не просто, а портрет, написанный, нарисованный карандашом рукою Шаляпина. Верно, есть. Я хотела спросить вас об этом. Среди моих любимых композиторов Бах, и Бетховен, и Чайковский, и Глазунов. Очень люблю Глазунова. Я с наслаждением слушаю его балетную музыку Глазунова. Очень люблю, очень люблю. Thank you.
этот портрет, он, наверное, кто-то, он подарен вам он кем-то, кто подарен. Знал, да, что вы любите Глазунова? Он знал, этот музыкант знал, что я люблю Глазунова, у него был этот портрет, и он мне его подарил. Это был такой ценный подарок в день моего рождения. Это ведь подлинник. Подлинник, да. Это Шаляпин нарисовал. Это удивительно. Федор Иванович Шаляпин. Это удивительно. Который и хорошо рисовал, и лепил великолепно. И хорошо знал Глазунова. И знал Глазунова. И любил его так же, как и вы. Все было. Это такие люди появляются. Да. В столетие раз, а может быть и в два столетия один. Да. Леонид Ильич, а вот опера и оперные певцы, вы ведь наверняка это очень хорошо знаете, это искусство, и, кстати, есть у вас об этом несколько строк в книге, но вот какие-то ваши привязанности, вот та же фотография, о которой вы мне рассказывали, напомните нашим телезрителям вот эту историю знакомства вашего с Германом Первым петербургским. Видите ли? Это знаменитая фотография. Я его знал. Только так, то визуально. Потому что слышать, когда он пел Германа, я не мог. Давыдов, да? Он был в Мариинском театре, Александр Михайлович Давыдов. Это был великолепнейший совершенно певец. Потом мы с ним познакомились, когда он уже не пел. Когда он уже не пел. Ну, конечно, он был намного он старше не, вас. Он не пел, он только слушал меня. И он в меня влюбился. Поэтому на этом портрете, где он изображен, там надпись очень такая меня волнующая. Там написано «Моему кумиру Эл Утесову». Это замечательно. Это написал Давыдов. Да. Александр Михайлович Давыдов. Ну, а из современных Германов? Или, скажем, из современных теноров? Или других? Вы знаете, кого я очень люблю? Пусть на меня не обижаются другие тенора наши. Саткилаву. Зураба Саткилава, солиста Большого театра. Да, С моей точки зрения, это настоящий певец. Что вас подкупает в нем? Голос, музыкальность, экспрессия необыкновенная, темперамент. Да. И когда он поет, я не волнуюсь. Вы знаете, у меня бывает так, вот, скажем, я слушаю скрипача. Вот играет скрипач. Играет концерт какой-нибудь, очень сложный. А я скрипку очень хорошо знаю, потому что детство мое связано было со скрипкой. И вот идет какое-нибудь очень сложное место. Я делаю так. Напрягаетесь весь. Прошло хорошо. Опять подходит какое-нибудь место. Все, вышло. А есть скрипач, который начинает играть, и я знаю все эти места, и я совершенно спокойно сижу, слушаю. Я знаю, что будет точно. Это уже искусство, а не ремесло. Потому что будет вы уже забываете о трудностях, которые на пути у этого скрипача. Это будет сделано, все будет точно. Да. Вот. Так вот, у этого певца у меня никогда не бывает вот этой напряженности. А вот получится или не получится? Угу. Получится. Bella.
А вот вашей привязанности в сфере классической поэзии, ведь, наверное, они тоже существуют, как и в классической музыке. Кого-то, ну, кого-то вы все-таки предпочитаете? Хотя я понимаю, что, наверное, любите многих. Это ведь разные. Я в классической поэзии, в русской, я в русской, говорю о русской поэзии, для меня очень любим, восторгает меня Пушкин. Пушкин меня восторгает. Я вдруг иногда нахожу у Пушкина одну-две таких строки, когда я думаю, как мог человек так сказать? Хотите, я вам приведу просто две строчки? Хочу очень. Вы помните, в Полтаве, там, когда Петр едет на коне, Полтавская битва, и там есть такие слова. За ним вас след несли с толпой, сии птенцы гнезда Петрова, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Бауэр, и Репнин, и счастья баловень безродный, полудержавный властелин. Можно тремя словами так определить человека. Да. Меньшиков. Меньшиков. Это удивительно, конечно. Конечно. Счастья баловень безродный, полудержавный властелин. Я когда это читаю, я схожу с ума, думаю, как можно так было придумать? Такую характеристику человеку дать, да. Такую точную, это гениально. И вообще у Пушкина, конечно, есть великие вещи. Да. Но волнует меня, как ни странно, Лермонтов. То есть эмоционально вы как-то эмоционально его больше ощущаете, меня волнует Лермонтов.
Потому что я как-то ощущаю всегда его в его стихах. Он о себе говорит. Пушкин великолепно пишет обо всем. Хотите о Пугачеве, хотите Евгения Онегина, хотите что угодно. Чужие переживания, чужая психология с его точки зрения. Гениально сделанное. Когда я читаю Лермонтова, я его вижу. Это он. Любое, вот возьмите, ну, вот такое стихотворение, скажем, «Выхожу один на дорогу». Прочитать? Пожалуйста, Леонид Ильич, конечно. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я хотел навеки так уснуть. Но не тем холодным сном могильным я б желал забыться и заснуть, чтоб в груди дрожали жизни силы, чтоб дыша вздымала сильно грудь. Надо мной, чтоб вечно слух лелея, о любви мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел. Спасибо, Леонид Ильич. Ну что может лучше быть? Ну что может быть лучше? Ничего не может быть лучше. Да. И какая-то песня тоже очень достойная. Вы знаете, вот она не помешала развитию этого поэтического образа. Правда? Бывают ведь да, не совпадения. Но есть одна смешная история. Да. Самая смешная история. Выхожу один я на дорогу. В этом весь смысл стихотворения. Человек говорит о своей судьбе. Один выходит на дорогу. И вдруг я сижу на концерте, и выходит хор, 150 человек и поют. Выхожу один я на дорогу. И я начинаю смеяться. Меня уже это не трогает, не волнует. Я уже смеюсь, когда 100 человек поют. Выхожу один я на дорогу. Да, у вас замечательное чувство юмора, Леонид Ильич. Удивительное совершенно. Об этом можно судить и по вашей книге, и в каждой встрече с вами. Это так прекрасно. Печаль с улыбкой мешает. Мне как раз минуло 60 лет, когда я вдруг начал писать стихи. Начал писать стихи. Ну, некоторые из них известны, они напечатаны были. Я и читал по телевидению, по радио. Не хотели бы вы нашим телезрителям прочесть какое-то из ваших последних, вот недавних стихотворений, если есть таковые? Есть. Я вам прочитаю одно, которое я очень люблю. Был когда-то парнем я веселым, в жизнь был влюблен без всякой меры. Радовали солнце, свет и море. Не мечтал ни о какой карьере. Строен был и худ, силен, как дьявол. Для ребят был в качестве примера. А потом, сознаюсь в этом прямо, подвела проклятая карьера. Вот печаль и горькая обида. Жизнь – сплошное разочарование. И хожу с каким-то важным видом, будто дал себе обет молчания. Жизнь и путь становится короче. Нету прежней удали во взоре. Мысль одна, аплодисменты громче. И не радует ни солнце свет, ни море. Эх, вернуть бы юность, сбросить лето. Нынче вижу, юность много значит. Как бы хорошо все было это. Я бы прожил жизнь совсем иначе. Но в одном не нужно перемены. Не хотел бы я сменить отчизны,
путь пройти с подругой непременно с той, что я прошел по этой жизни. Прекрасное стихотворение, Леонид Иосифович. Хотя я глубоко уверена, что если бы вы начали новую жизнь, вы пошли тем же путем. Путем такой необычайной преданности вашему таланту, вашему искусству, песне. Она никогда не могла бы существовать. Вернее, вы никогда не могли бы существовать вне этой сферы. Я хочу вас увести от ваших грустных мыслей. Не нужно их, Леонид Иосифович. Думайте о том, как вы много сделали, как вас любят, и как вы много делаете теперь. Можно я вас переведу на несколько шутливый лад? Можно? Пожалуйста. Вот в поэзии сейчас очень моден жанр пародии. Очень модно подражание. Скажите, вы не заболели этой болезнью? Вы не написали пародий на кого-нибудь вы или знаете, на что-нибудь? Я пародий не пишу. Надо вам сказать, что я к пародистам отношусь по-разному. Есть пародисты, которых я уважаю. Это человек, который умеет написать пародию, но умеет написать и свои стихи. Если он настоящий поэт, который может писать свои хорошие стихи и пародировать других поэтов, это для меня фигура. Я вам даже назову такого. Пожалуйста. Ну, скажем, Иванов. Вокруг смеха. Это поэт, хотя он пишет пародии. Что касается пародистов, которые на сцене пародируют людей, среди них тоже есть такое же явление. Он может делать чудесные пародии, но он может сделать и что-то очень свое интересное. Тогда он интересен для меня как артист. Ну вот интересно ваши послушать бы пародии или эпиграммы. Если уж мы коснулись мои этого эпиграммы. Жанра. Ну, скажем, я прочитаю, недавно мной написана эпиграмма очень оригинального характера. Она называется «Вопрос и ответ». Такая некая новая форма эпиграммы. Новая форма. «Вопрос и ответ». Посвящено МХАТу. Серьезная тема. Да. «Театром Горького зовут. На занавесе чайка». Я не пойму, в чем дело тут. Попробуй, отвечай-ка. А в Горьком на автозаводе машина «Чайка» выпускается. Для Антона Павловича это вроде компенсация получается. Замечательно, Леонид Ильич, замечательно. Такая эпиграмма. Еще какая-то у меня была эпиграмма. Ах, вот, о пародистах. Да-да, мы ушли на другую тему. О пародистах. Такая у меня есть эпиграмма. Мы все произошли от обезьяны, но каждый путь самостоятельный нашел, а этот видит счастье в подражании. Ну, значит, он, как видно, не произошел. Сердито, но очень остроумно. Очень хорошо. Вот такая штука. Леонид Ильич, ведь вы были первым чтецом, который прочел со сцены рассказ Зощенко. Не только Зощенко. Я не первый только, читал конечно, Зощенко, Бабеля, Багрицкого и Уткина. Этим я очень горжусь. Да. Но я этому так мало времени посвятил из своих 72 лет сценических, что все это забыли. Нет, помню. Что я читал. Первый я читал Зощенко, первый читал Бабеля, первый читал Уткина, первый читал Багрицкого. Леонид Ильич, а как вот вы думаете, есть ли такой жанр или такой вид музыки, музицирования, который мог бы служить, ну, неким, что ли, мостиком вот через эту образовавшуюся, что ли, пропасть или вот это вот углубление между классической музыкой и музыкой эстрадной? Ну, скажем, ну, в вокальных жанрах вот что-то. Какого-то такого пути вы не видите? Мостик есть. От этой музыки до той музыки есть огромная градация. Сложнее, 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 сложнее и самое высокое. Это существует. Вот как пользоваться этим мостиком? Мы с вами знаем, как пользоваться. Мы с вами можем слушать песню и можем слушать симфонию. И то, и другое может нам доставить удовольствие. Ну, а вот, например, может соединить вот эти группы людей, ну, какой-то жанр, ну, скажем, вот старинный романс, например. Старинный романс,
это очень хорошая форма. Но старинный роман всякий бывает. Цыганский. Ну, скажем, классический роман. Да, вот, скажем, классический лирический, старинный классический роман. Вот тех же, как принято называть, хотя и несправедливо, дилетанты. Тот же Гурилёв, Гурилёв, Варламов, пожалуйста. Булахов. Это есть? Разве не есть вот это вот соединение это, какое-то? Это почти соединение. Но заметьте простую вещь. Опять, если это будет обидно, пускай этого не показывают. Эти люди не назывались композиторами. Ведь они же назывались дилетантами. Они же назывались дилетантами. Они сами себя тоже не считали. Они себя тоже не считали композитором. Вот же. А у нас сейчас человек пишет 16 кадров, 16 тактов, и поступает в союз композиторов, и называется композитор. И сам себя. Тогда я о нем могу сказать, если Сидоров или там Тюткин, да, композитор, так тоже Чайковский. Да, действительно, действительно. Знаете, Леонид Ильич, мне бы хотелось, чтобы наша с вами беседа закончилась тоже песней. И тоже песней, которую вы бы выбрали сами. Вот, Леонид Ильич, знаете что, я, чтобы вот к этому разговору о мостике, мне хотелось бы отнести песни, которые были и в вашем репертуаре, и в репертуаре оперных певцов. Ну вот есть такая ведь песня. Есть. Замахнусь очень. Пожалуйста, Леонид Ильич. Я замахнусь на очень большого певца. Я абсолютно не претендую на то, чтобы сделать лучше, чем он. Пускай меня не ругают, что у меня не тенор, понимаете, но я спою так, как я могу. Скажите, девушки. То, что пел Сергей Яковлевич Лемешев. Да. Пожалуйста. Скажите, девушки, подружки ваши, что я ночей не сплю, а не мечтаю. Что всех красавиц она милее краше. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. А чей прекрасный огонь я обожаю, и на земле иного я счастья не желаю, что нежной страстью, как цепью к ней прикован, что без нее душе моей тревоги не унять. Когда б я только смелости набрался, я б ей сказал: напрасно ты скрываешь, что нежной страстью сама ко мне пылаешь. Расстанься с глупой маской и сердце мне открой. А чей прекрасный огонь я обожаю, и на земле иного я счастья не желаю, что нежной страстью, как цепью к ней прикован, что без нее в душе моей тревоги не унять.
Thank you.